«Наука как игра». Новый музей занимательных наук открылся в столице Приволжья. В отличие от обычных музеев, здесь все можно, а главное, нужно трогать. Например, каждый сможет самостоятельно поднять автомобиль. Эту машину может поднять, в принципе, любой желающий, благодаря системе «Полиспад», которая установлена над ней. Собственно... Физику, математику, механику здесь предлагают изучать интерактивным путем. На примере различных маятников легко понять закон Ньютона. А благодаря вот такому экспонату можно выяснить, насколько длинный у человека кишечник. Наука может быть интересной. Цель этого музея, она, наверное, очень простая. Как бы немножко популяризировать науку, немножко занять детей. Для того, чтобы они как бы... немножко меньше сидели у компьютеров, немножко больше сходили с ума здесь. Понять, как создается смерч или взглянуть в бесконечность в музее занимательных наук легко и просто. Много есть интерьера, много есть чисто развлекательного. Но даже в каждом развлекательном есть какой-то подтекст, который можно посмотреть и понять, как это сделано. Да? То есть как бы, ребенку всегда интересно, как сделан фокус. Первые посетители музея не скрывают эмоций. Очень понравилось. Только вошли, уже такое настроение, очень много всего познавательного. Где ты уже побывал? Машинки посидел? Да. Да, порулил машинку. Маятник волновой мы уже попробовали, да? Да. Сейчас будем пить чаечек от большой кружки. Сейчас в музее около 60 различных экспонатов. Организаторы уверяют, совсем скоро их станет еще больше.